постоянно проходим все возможные инстанции, то есть у нас постоянно даем тест на коронавирус, да, ну, то есть мы очень-очень серьезно относимся к этому сейчас. Сейчас запретили все напитки, то есть мы можем только в бутылочках раздавать воду, которая закрытая, да, ну, то есть наливать мы не можем сами, хотя у нас всегда были одноразовые стаканы, но опять же все равно ужесточили меры, и мы, честно говоря, очень рады этому, потому что мы не хотим, чтобы нас закрывали, мы не хотим снова сидеть дома, и все сотрудники согласны, то есть все работаем в масках, в перчатках, в шапочках одноразовых, то есть у нас вся дезинфекция проводится постоянно, круглосуточно, так скажем, и сотрудниками, и уборщиками, и даже сами посетители, те, кто заходит в наш салон, они обрабатывают руки санитайзером и очень серьезно отнеслись к этому.